значит, что я смогу сделать больше экспериментов, которые давно хотел сделать. И хорошо, что тебе удалось подвернуться мне под руку, не так ли? Уже бесполезно кричать. Я уверяю тебя, я не сделаю тебе ничего. Я не причиню тебе никакого вреда. Конечно же, если ты не будешь кричать. Я не люблю, когда люди кричат. Поверь, я снимаю ASMR. Я правда не люблю, когда люди кричат. Я не люблю шум, поэтому я и закрыл твой рот. Пожалуйста, не паникуй, хорошо? Я просто хочу провести пару экспериментов и, скорее всего, отпущу тебя. Наверное. Давай так. Ты выполняешь мои команды. Ты выполняешь то, что я тебе говорю. И я подумаю над тем, чтобы избавить тебя от всех мучений. Конечно же, я имею в виду, что я выпущу тебя. Договорились? Замечательно. Смотри, что мы будем делать. Я возьму книжечку, в которой буду записывать результаты опытов, которые буду проводить над тобой. Да. Здесь у меня есть несколько интересных идей, что я могу с тобой сделать. А конкретно с твоим вниманием и с твоим временем. Поэтому слушай меня, слушай только меня. Только меня. Только сейчас. Никаких лишних действий. Никаких лишних действий. Ты меня слышишь? Ни единого лишнего шума, шороха. Ни единого. Не смотри мне в глаза. Вот так. Люблю покорность. Итак. Ага. Ну что ж, для начала я буду тебя испытывать твое внимание. Наблюдай, пожалуйста, за моими пальцами. Наблюдай и кивай головой, когда они будут выходить за пределы твоего поля зрения. Вот сюда смотри, слышишь меня? Вот сюда. Наблюдай. Чудесно. Правильно. Отлично. Прекрасно. Теперь вот сюда наблюдай. Вот сюда теперь. Не отворачивайся. Не нужно отворачиваться. Ты же знаешь. Супер. То, что надо. Прекрасно. Отлично. Все правильно. Теперь скажи, когда оба пальца выйдут за пределы твоего поля зрения, можешь смотреть прямо в мои глаза. Прекрасно. Верно. Супер. Получается. Отлично. Боже, какая красота, как я люблю послушных. Да я тебя поглажу. Замечательно. Скотч хорошо держится. Хорошо держится скотч. Так, супер. Ты помнишь? Ни единого звука, ни единого лишнего движения. Смотришь на меня и делаешь то, что я тебе говорю. Так. Видишь это? Видишь это? А так? Видишь? А так? Не видишь? Конечно, я же спрятал его в свою руку. Смотри за светом фонарика. Наблюдай за фонариком. Может быть ярко. Мне нужно оценить, как твои зрачки и глаза реагируют на свет. Смотри пристально и внимательно. Смотри.
следишь за тем, что я делаю, крайне невнимательно. Я запишу тебя как крайне невнимательного пациента, испытуемого, или как тебя назвать. Пожалуй, тебе немного черного цвета на твое лицо. Что-то мне вдруг захотелось, чтобы твое лицо было немного более черным. Например, исписано маркером. Смолу и желательно разогреть ее до довольно большой температуры, чтобы она уж точно осталась на твоем лице. Что ж, пока что отложим этот эксперимент на более позднее время. Наблюдай за кончиком. За кончиком, конечно же. Маркер. Вот сюда. Продолжай наблюдать. Продолжай наблюдать. Теперь с этой стороны. Смотри внимательно. 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 Еще более внимательно, пожалуйста. Внимательнее. Если увижу, что твои глаза хоть на мгновение отвернулись от маркера. Отлично. Наблюдай. Да. Тебе так забавно косятся глаза, когда ты смотришь на маркер вблизи. Можешь перестать наблюдать. Еще немножечко черного нарисую на твоем лице. Мне кажется, что вот здесь идеально будет смотреться черный цвет у тебя на лице. Поверни голову в эту сторону, пожалуйста. Я сказал, поверни голову в сторону. Yeah.
пожалуйста, не люблю слезы. Слезы — это, наверное, одно из самых ненавистных мной явлений после печенки жареной. Терпеть не могу жареную печенку, а вот потом слезы. Ненавижу слезы. Ни одной слезинки. Не сейчас. Ни одной слезинки, я сказал. Не смей. Смотри за фонариком. Немного яркого наказания для тебя. Не отводи от него взгляда. Здорово мигает, да? Вот сюда смотри. На него. Теперь тут. Супер. Угадай, с какой стороны тебе его сейчас покажу? А сейчас? А сейчас? Оба, обыграл тебя. Ты понимаешь, да, что со мной тебе... Со мной тебе не сравнится. Где фонарик? А где фонарик? А вот он, фонарик. Удивил тебя? Наблюдай, наблюдай. Когда это закончится? Наверное, это ты хочешь меня спросить. Ну, что ж, я знал, что тебе рано или поздно наскучит со мной играть и проходить эти дурацкие опыты, эксперименты. Поэтому сейчас я запишу последнее наблюдение нашей с тобой игры.
победил. Честно. Глаза успели подсохнуть. Как у тебя так долго получается смотреть, не моргая? Возможно, однажды я научусь. Или я просто могу попросить тебя мне проиграть. Но это будет нечестно, потому что выигрывать нужно честно. Если ты выигрываешь и знаешь, что это было нечестно, то ты теряешь последние капли самоуважения. А это не очень классное ощущение, не так ли? Что ж, а давай-ка, после того, как я напряг твои глазки, я еще раз проверю. Да-да-да, именно это. Именно этот самый первый опыт. Наблюдай за пальчиками. Хорошо. Как только выйдут за пределы твоего поля зрения, скажи мне об этом. Прекрасно. Супер. Зашибись. Как нужно. Верно. Со зрением у тебя все в натуре замечательно. Даже после игры в кашки, мышки, гляделки. Я не помню, как это называется, но глаза даже не напряглись. Зашибись. Наблюдай. Я для кого это делаю? Знаешь, у меня есть желание продолжить наше с тобой общение, но я думаю, что это уже не для камер. Ты замечательный человек, но именно такие люди становится первым.